надо заниматься техниками саморазвития. Тогда, допустим, сходить на холотропное дыхание. Иначе даже Вселенная может направлять каждого человека. Некоторых она очень бьет сильно головой, когда они не туда идут. Но люди, они не слышат голос этого духа, который им говорит, что делать. А если они не слышат, то они не придут никуда. Но он им говорит, а они не делают. Ну как, что сделать? Можно его ударить как-нибудь там, направить на путь истины, но в конце он не дойдет, умрет.